Мы путешествовали на восток, через горы и через безбрежную пустыню разбитых земель. По прошествии дней мой спутник рассказал мне о себе, что он когда-то был великим воином, и что сейчас его гнетет тяжелое, темное, тайное бремя. Казалось, что наш путь через пустыню длится целую вечность. Я не знаю, сколько мы шли. И мне всегда казалось, что за нами на линии горизонта следует темная облака. Наконец, путешествие окончилось. Мы достигли точки назначения. Перед нами лежал сияющий бриллиант. Лут-Галейн. За ним простиралось безбрежное море. Последнюю ночь мы разбили там лагерь. Возможно, это благодаря теплому пустынному ветру и звуку океана, но впервые за несколько недель я заснул. Однако, вернулись кошмары. Но это были не мои кошмары. Я увидел великого человека, мага, Талраш. Ты тоже был там, Тираэль, я помню, я видел тебя. Его собратья вызвали великого демона, лорда разрушения. Попытались заключить демона в тайном камне. They attempted to imprison the demon within a sacred stone. Yet when their attempt failed, и когда эта попытка провалилась, Талраша вызвался добровольцем, чтобы заключить демона в себе. Он приказал, чтобы его поместили в гробницу под землей. И таким образом демон должен был быть заточен навечно. Теперь ты знаешь, что я ищу Моллис. Это мой брат. Спи теперь. Мы выходим на рассвете. На следующее утро мы направились в Лут-Галейн. Тогда я не имел представления, какой ужас ждет меня там. Мы шли на восток через горы, а затем через западные пустыни разбитой земли. Пока мы шли, мой спутник рассказал мне о себе. О том, что когда-то он был великим воином, а затем в него прокралась тьма. Мы все шли и шли целую вечность через забытую землю. Как долго, я не знаю. И все время нас как будто преследовало темное облако прямо над горизонтом. Наконец-то наше путешествие закончилось. Мы прошли последний перевал. За ним находилась цель нашего пути, сияющая в драгоценностях Лут-Галейн на берегу Великого моря. Мы разбили лагерь в ту же ночь. Быть может, мне помог свежий морской ветер, кто его знает, но я в первый раз крепко заснул. Ко мне вернулись сны. Передо мной предстало видение о великом человеке, маге Талраше. Ты в этом сне тоже был, Тираэль. Я помню, я видел тебя в моем сне. Твой прислушник загнал в угол демона. Баля, лорда разрушений,
который насыпал на мир несчастье. Они попытались заточить его в драгоценном камне, но им это не удалось. Тогда Талраша вызвался добровольцем, чтобы заточить демона в себя и таким образом освободить от него мир. Он сказал своим собратьям заточить его в гробнице и оставить там наедине с демоном. Теперь ты знаешь, чего я ищу, Мениус. Это мой брат. Теперь спи. Мы выступаем на рассвете. На следующее утро мы отправились через гору Лутгалейн. Тогда я и не представлял себе ужас, который ждет меня там.